Очередная игра, битва. Я сейчас играю на шестом уровне. У меня танк Черчилл седьмой. Очень такой топовый танк. Ну, в данном случае, вот, почему-то часто стал попадать вот на шестом уровне. Если все собираются из шестого уровня, то этот танк попадает в топ, на самый верх. Я не знаю, по каким причинам это и по каким параметрам туда вводится, но сам по себе танк, он, мне кажется, он не очень удобный для ведения быстрых каких-то боевых действий. Вот мне больше нравятся вот эти вот бегут сейчас, вот видите, вот этот танк, вот. Он, это 34-ки, кажется, они больше мне как-то импонируют. Но какой есть, такой есть. Шестой уровень. Как-то добрался до этого уровня. В общем-то, уже много боев проведено, чтобы купить этот танк. Ну, как купить? Чтобы по баллам взять эти вот возможности. Я покупал не за деньги, а играю практически за бесплатно. Поэтому я тут ни копейки не затрачено ни на какой танк. Ну и теперь играю вот с этим танчиком. Он издалека пробивает неплохо, но им надо уметь играть. Я не очень пока приспособился к этой системе, к этому танку. Он как-то, он очень долго заряжает, к примеру. Я его еще не полностью апгрейдил, если можно употребить этот термин. Он тут прокачивает, видимо. Термин прокачать больше, наверное, уместен. Есть пробитие. Да, вот он пробил сейчас, потому что подставился. А вот этот тяжелый танк, он не пробивается. Если сейчас он мне долбанет, то он мне пробьет точно, и у меня не знаю, насколько жизни хватит этого танка. Но главное надо. Ага, он еще боком подставился. Да. Бок — это самое уязвимое место, и у меня тоже. Так, если сейчас мне в бок долбанут, то, конечно. Есть пробитие. Рикошет. Не пробил. Пробитие. На пробил. Повернулся, блин, он сейчас у меня заметил. И все, меня долбанут сейчас. Не успели. Да, я тоже подставился. Я не вижу, откуда меня долбают сейчас. Ну вот меня и артиллерия замочила. Ну, в общем, этот бой мы проиграли. Почему? Потому окончание на У, потому и проиграли мы этот бой. Посмотрим результат. Каждый, конечно, заинтересован в очках, сколько наберет. Ну, победитель, естественно, немного забирает, а немного получает. Но в данном случае я как пораженный, как проигравшая часть, тоже заинтересован в определенной части очей. Это артиллерия, так. Ну, КБшка. Тоже хочу поиграть на этом танке. Его сейчас тоже сейчас замочат. Потому что
Потому что их много сейчас авто доберет. Очень... Ну да, вот. Арта добрала его. Все, мы бой проиграли. И каков результат? А результат, конечно, небольшой. Я даже ушел в минус в этом бою. Вот неудобство вот этого танка, он всегда идет в минусе. Ну, как правило. Если не сумел победить, все, ты идешь. Ты несешь серебряные потери. До следующего боя. С вами был Тодархан.